А вот у 20 австралийцев, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, обнаружили коронавирус. К данному моменту на континенте зарегистрировали 15 случаев инфекции, 10 человек лежат в больницах, а пятеро после лечения вернулись домой. Правительство Австралии выделит 1 300 000 долларов на подготовку вакцины против коронавируса. Тем временем в самой Поднебесной врачи тоже проводят испытания вакцины от COVID-19.